улучшили. Я эту пачку сыграю, пойду на сервер. Надо пацанам зайти своим, зайду-ка. Что там делают? Ну, надо сделать. У нас тут изувер, псайкер. Надо, да. Два больших чувака. Огрин стронг, как говорится. Ну да. Make Inquisition great again. Кто-то грузится раз долго, кто-то грузится. Так. Что? Уехали. Зона боя высокой интенсивности. Окей. Да, он, наверное, вылетел еще кто-то. Держал, не кашлял. Держал, не кашлял. Отброс кашлял, когда я его убил. Что это за огненная гиена? Ой-ой. Я в огне, ты в огне. Вот он. А, у меня нету. Да, Граник прям бесит, это реально. Эти пироманы. Гранаты здесь не игрушка. Нет, гранаты и ретикарные игрушки. Опа, опа, опа. У меня раз и патроны все закончились. Ну почти. Да, у меня у меня сейчас сколько патрон осталось и все. О, патрон пошли. Тут аптека есть, кстати, коробка с аптекой. Ты что, не берешь? А у меня патронтаж, я поэтому не могу взять. А, так. Патронтаж у меня просто. Бабка, ты бешеная. О, блин, предатель. Медстанция. Там еще медстанция, вон. Последняя. Спасибо. Пригодится. Пригодился. Надо еще там. Да там еще получается. Мы сейчас дождемся и этот. Че там? А, они тут что-то били. Так.
Тебя обыскали. Гранаты, патроны. Так, вот он. На, держите камень. Так, суббота, а? Я держу, закрыл, закрыл. А? Я их держу. Они меня зажали здесь. Черт. Я бы помог, но тут мне дробители придут вообще. Опа. Понимаю, понимаете, товарищ. Понимаю, все. Нормально, выжили. Вон гранаты ему надо. Вон Бронсон. Не видит гранаты. Да. Он не видит его. Нам же хуже, да? Всей команде. О. Опа. Чумной огрин. Ой-ой-ой. А, нет, это тварь. Какая тварь? Угла. Улитка? Да, улитка это. Ой. А патронов-то у меня нету, я не смогу ее зажимать. Так у тебя этот самый ящичек. Дубинка. А, патронтаж-то точно, сейчас. А ты где, наверху? А, ты внизу. Да, мне не надо. Ты не надо? Мяу. Миллисекунду не хватило. Сейчас. Все. Сейчас я ее зажму. У меня с патронами все нормально, если что. Ну там наверху патронтаж есть еще. Он на лестнице поднимаешься, там она еще. А, понятно. Вы хоть выделяете, блин. Это непонятно, с чем вы бьетесь там. Все, зажали, убили. Ой, тихо. Куда, блин, собачка? Куда? Этот ублюдок. А его убили. Нормально, заебись. Понятно тебе, наверное, этот ветеран или этот изувер. А, изувер, он, наверное, захотел пофаниться револьвером. Че, револьвер отличная вещь для изувера. Я, ну, только типа, им пользовался, да, до определенного, пока я с этими близнецами не столкнулся. Ну, как бы точно, как бы, ты так в основном в милишке бьешься, а потом раз увидел кого, револьвер быстро достает. То есть с болтером там еще что-то прицелить нужно. Ну, как бы, он немножко медленный, а с этим, с револьвером, раз вытащил, шмяк-шмяк, и специал гарантированно нет. Там с этими, ну, со, да, всякими жердняками как-то сложнее, но тем не менее. Тоже... При наличии хорошего топора, типа Раша 2 или цепной мечи, груз, можно спокойно револьвер брать. Мне это нравилось. Бензопила. Ну да, вот это меч. Особенно второй... Ну, вторая модификация, которая более поздняя, сколько она по горизонтали пилила по дефолту. То есть изначально против мелочи. А, ну. Да, ну. Спускаться, что ли, может? Он все спустился, погнали. Я тут. Тут всякие бегают, непонятно. Так.
Ой. Лечился? Да нормально все. Так. Ты где? А я уже внизу. Я уже внизу. А я думал, держу лестницу. Это нет. Да не, я внизу уже, все. Камень раз и умер, блядь. Так. Опа. 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 Иди сюда, иди сюда. Я тут пару дней назад играл, они где-то, видимо, этот ползунок спауна спешл выкрутили по полной программе. И там эти пулеметчики, не знаю, по 8 штук, наверное, каких-то спавнились. Причем так... Ну они же... Усложнили они, да? Они усложнили. Ой, блядь. Сука, почка ёбаный взрос. Давай, я говорю, давай. Точка упала и взорвалась. Давай, иди. А там толпа ко мне... А там этот, как его, толпа ко мне побежала, я там дубащу, потом они в бочке бац, я такой. А знаешь, почему Евгений Тарыч у меня так написано? Это не мое имя еще. Просто это я назвал честь учителя. ОБЖ, блять. Я под него создал Огрина. Он просто большой был мужик, блядь. Ну, типа, я что-то вспомнил, думаю, да я под него сделаю этого Огрина. И назвал его Евгений Талевич, типа. Вот так вот. Знаю ОБЖ, товарищ. Бля, если он бы сейчас увидел, что я играю в Dark Knight, его имущество, он бы, наверное, охуел бы. Он говорит, что, сука, сделал? Создал под меня персонажа. Кто там орёт? Да, вот это обезьяна орёт. Бутант. Поднимаю. Себе доспамились, ребятки. А вот он. Изи. Так. Думал камнем попаду снайпера, а он далеко оказывается.
Ох, ничего себе. Там это... Прям звуки пропадают. Да именно на меня прыгнула скотина, это безрывун. Сволочь. Это был им этот. Суицидник тренов, ну реально. Суицидник. На меня пошел прыгнуть, сволочь. Я думал, на другого пойдет. Не, давай на меня типа. Не, опять собака из, из толпы. Иду, иду. Ёкарного мать. Тылы прикрываем, вы уже бежали, блин. Не, псина на крысу любит лазить бить. Ох ты. Блин. Повалили сейчас. Блин, тут сзади, блин. Три маулера. Ну или рейджер, как это правильно называете. А сзади, сзади, сзади мочит этот газовщик. Ну я успел тебя поднять. Отлично. У меня еще это было. Тихо, тихо, там. Опять взрывун этот идет. А-а. Прыгаем, прыгаем. Опа. Ой, а, блядь. Ё, кто сорян. Стрельнул? Это я ко мне скинул, сорян. Это я, сорян. Я как раз подбегал, чтобы его толкнуть и чтобы он взорвался. Этот мимо меня пролетает. Его после... Не, я знаю, что его с одного удара камнем не убьешь, но я не ожидал, что он умрет сразу. Типа такой, нихуя, типа ладно. А вот медстанция, иди сюда, медстанция вот здесь. Тут медстанция еще. Ай, блять, вот уроды забрали. Они. Да они нормально, у меня тут полторашка. Вот где-то я. А, нет. Дубастим, дубастим, дубастим. На. Катался, блин. Еще одна собака. Еще одна. Ой, что это у нас? Утродье. Ой-ой-ой. Самое ненавистное. Да. Мой щит, кстати, на нее не действует, на эту отродье. Один раз. На меня, да? Ай-яй. Дайте мне выйти. Пулеметчик, чё тут? А ну, нахер. Так. Иду на помощь. Где ты там, где ты там? Ой-ой-ой! Ой, это меня свой схватило. Захватило. Главное, что не сожрал. Да. Отлично. А это что там делал? Господи, куда он пришел? А он это, отстреливался, наверное, от кого-то. Сейчас помочь надо. Там несколько этих. О, ну там просто какая-то паника. Да блин! Сзади тоже. Тоже? Я не думаю, знаю. Чуть меня не снесли. Так. Ой, надо патроны искать. Я вообще 20 пуль осталось только потратить. 20 пуль. Так. Черт, не то. Опа.
came in today. On fire. Crew screaming. Man, what happened to them? Да мне, ко мне. Ой, все кончилось. Ой-ой, как они смотрят то. Так. Надо нам поискать патроны. Эй, все. Это нифига. Два патрона, да? А? Спасибо. Вот это тоже надо. 9 патронов есть. Ой, блин. Вот это было не очень. Я прям как Рэмбо пошел, только патронов нет у меня же. Ладно. Но бывает сейчас. А чё, псайки рассчитания, да? Yeah. Ой, блядь, снимем тоже. Они... А, черт, убери! Сейчас. Убил. Так. Все живы? Да, все живы. Так, надо идти. Отлично. Свалил двоих. Самая приятная смерть. Для этих подонков. Вот пулеметчики, да, прям хорошо снимают броню, блядь. Сейчас на нас будут лететь. Кто-то активировал коробку с аптекой? Да. Кто-то аптеку бросил. Да, кто-то аптеку бросил. Зачем? Не очень понятно. У нас все равно все. Скверно. Ну, скверно у нас пока наложено, но... А может, с этой фишкой думает... такой интересный момент. Никогда не понятно, когда я правильно активирую последние миссии. То есть, когда на точках аренных, ты понимаешь, что вот сейчас тебе нужно отбиваться. А так, но... Не, я коробки обычно с аптекой патронами вожу в конце, когда там прям вообще надо. Но не сейчас, и рано слишком. Так, камнем бы. А ты чё со... Ой, я упал. Да, ты упал? Да, я упал вниз вообще. Совсем упал? Не-не-не, я-то хожу. Я хожу по текстурам. Ну, патроны. Мелочи, приятно. Иди сюда. Блядь, на тебе. Ух ты, ух ты. Вот так, раз, два, раз, два. Как упражнение, пальчиками, работаем пальчиками. Угу. Крепкий указательный палец. Да, да. Прям крепко-крепко. Все время вот... Самое это, я путаю гранату изувера и этого бомбардера. Прям похоже огонь. Это да.
Прям да, боишься наступить на этот огонь и думаешь, просто сейчас зажаришь. На любой огонь просто боишься наступить. Да вот, вот, вот. Снайпер. Шо? Сзади, сзади, сзади кто-то там бегает. Канистр дает. Вон, еще одна камня тут живу. Демон хост, аккуратно, тут это демон. Ай. Где она, ну походу где-то здесь должна быть. Она там сбоку. Да. Там, видимо, ее заспавнило где-то не там. У меня есть такое подозрение. Такое тоже не спутится. Ой, в ту сторону стрелять не надо. Они сверху, они сверху. Опа. Вражеский огрин, на тебе камень в руки. Промазу камень. Попал. Сейчас, вы знаете, я тоже своего рода человек с дробовиком. Так он пустой, зараза. А чё, кстати, как этот дробовик? А то я его не качал вообще. Дробовик? Ничего так. Против толпы очень хорошо, они на средние, ну, мало среднее расстояние, тоже ничего. Только патронов, как всегда, мало, поэтому это так, из разряда, когда прижмет. А, ну, это сейчас зависит от этого, от емкости магазина. То есть по характеристикам, боеприпасы. Я молодец. Совсем. Мелкая дрянь где-то убежала, тварь мелкая. Так, надо мить станцию. А то не надо. Ой, как надо, да. Он особенно вот тебе, у тебя вообще там 90% здоровья. Хотя бы надо восстановиться. Ай, нет, симулятор. Опа, опа, поперли. Опа! Опа! Ой-ой-ой! Ой! Блин! Я бы с удовольствием Бронсона восстановил. Ага. Ну сейчас восстановлю. Не, ну я отвлекал, а ты, главное, помог. Вот это хорошо. Это хороший талант, мне он прям нравится. Приманка для этих врагов. Тупо берешь, отвлекаешь их на себя, а другой там может помочь кому-то или что-то еще. Так, патроны. Так, один ящик я взял, возьми. А у меня все. Не раз.
сейчас будет лежит, наверное. А, да, вот как раз таки эта миссия, на которую меня спустило на уровень ниже, вот куда-то там. Какие-то души, какие-то, которые здесь, на этом прохождении здесь даже не задействованы. Сам не знаешь, сам не знаешь, что за цели какие. Просто тупо убиваешь, мешаешь этим еретикам и все. Только так. Бля, неужели это батарея? Да ну нахер. Тут не батарея. А нет, это не батарея. А нет, батарея, вру. Это надо будет это дотаскать и нести. Грузчик, грузчик, парень работящий. Грузчик, грузчик. Спать, ложись, ты спать. Так. Где здесь это? Не тут. О, нашел. Тут, а, все. Так, я погнал. А, не, нихуя не погнал. Ой. Жарили. Ай, ну сейчас. Отхожу, отхожу, отхожу. Ой! Ой-ой-ой! Тебя поймали, да? Я вил. А, другого, значит. Ой-ой-ой-ой. Так, так, так. Так. Ой. Ой, куда меня выкинуло-то? Ой-ой-ой. Вот-вот. Несусь-то воду не знаю, брат. Но... Это прям никуда понесло. Товарищ Изувер, а где вы раньше с гранатой были? То, что я не могу через простые ящики принять, а? Собака, что вы мне достали, а? Ой. Ой, 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 ой. На другую точку надо бежать. Блять, аж, меня уже поджали в угол. Да я, видишь, внизу упал. И все, и от. А, отбивал. Что ты тут? Собака. Да. Скап этот, но. И он, блин, тебя тоже, да, подпинет. Ну да, блин. Что этот Бронсон вообще делает там? Бронсон, ну да, понятно. Ой. Но... А, но так он вообще здесь был. И он через инвиз, кстати. Плохо, что у Псайкера молнии нету. Хотя бы задерживать их хотя бы. Ого. Я где-то заспавнился сейчас. А, да, я здесь рядом. Где Псайкер. Ну вокруг меня никого нету практически. Да, вот да я в другую сторону вообще побежал, ладно. А он меня утаскивать? Да, наверное, сейчас меня вытаскивать. Утаскивать будут. Не, он да. А сейчас я тебя, кстати, я подожду здесь. Я подожду здесь, я вот я возродился, я здесь подожду. Да не надо, блин, ладно. Он меня этот Псайкер. Псайкер молодец. А. Вот это вверх так себе. Ну сейчас. Ладно. Изувер так себе, к сожалению.
Не, у него молнии есть, кстати. Сейчас посмотрим. Патронцы не выдержал за время. Тут мы как-то расходимся, надо вместе держаться больше, да. А вот я и зареспавнился. А вон там бронзы набьют. Сзади, сзади, сзади. Там тебе гранату бросили. Ай-яй. Блять, поджали, сукины дети, а. Вот уроды. Так, тут все, блять. Если вывер в инвиз уйдет, он может вытащить. Он меня вытаскивает через инвиз. Ему надо так же делать с нами. Там еще снайпер. Да. Еще толком ничего не донесли, а? Да? Не донесли, потому что вот так вот бывает. Или это псайкер остался? А, это псайкер остался. Псайкер молодец, блин, еще снайпер. Вот эти вот. Тут толпень-толпень, и он то, что меня убило. И там внутри этот рейджер. Я такой, а что делать вообще, блин? Ага, вытаскивайте друг друга. Хорош псайкер, красавчик, даже ничего к нему не скажу. Ой. Блин. Хотя бы со мной бы держал Сизурик, что творит. Сколько тем мочить ты бить? Пипец. Ёб твою меч, да свалите вы нахер от меня, папа. Живы? Ещё. Стараемся жить, стараемся. А, ты бросаешь это? Ага. А не, не могу, не могу так, зараза. Ой-ой-ой-ой. Прям берут, стреляют по мне, сволочи. Ай, сука. Вырубились, сука. Ай, так. Спасибо. Я пойду его вытащу. Выжили? Живы, да, живы, пока живы, да. Сейчас. Хорошо. Так, снайпер какой-то там. Так, туда надо выкинуть наверх. Mm. Ага, все. Я пошел под них туда ставить. Там еще 4 осталось. 3. А все? Да.
Все, надо валить отсюда. Не, нормально так, нормально. Все молодцы, постарались. Все постарались. Так. Лайкер молодец. Да, псайкер да. Хорош. Тут даже вопросов нету. Клапплац, флатты, господи, боже мой, придумали. Кто-то из Дескрига. Да, чувак, ГГ. ГГ, ГГ. Не, ну зато весело. Нормально так пробегались. Он. А вот ты представляешь, как с рандомом хожу, почему-то как-то все печально. О, перчатку дали гренадерскую. Не, ну на Аурике нормально все обычно. Ну, обычно. Тоже иногда бывает местами, что просто проваливаешься, скажем так. Ну.